9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот праздник чествуют защитников Родины, которые удостоены высших наград Советского Союза и России. Торжественное мероприятие прошло в станице Северской у памятника Герою Советского Союза Семену Соболю. В этот день мы отдаем дань уважения и почтения прошлому и подвигам, совершенными нашими героями. Свято чтим память отцов и дедов, отдавших жизни во имя счастья будущих поколений. Гордимся земляками, чьи подвиги и великие достижения золотыми буквами вписаны в историю России. Минутой молчания гости мероприятия почтили память героев. Затем прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику. Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры Ордена Святого Георгия Победоносца и Ордена Славы. Ими гордилась и будет гордиться наша страна. Ведь только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим.